Луис, Праздник, справа, а мы двое вниз слева. пошли. Ага, все, убили. Можно справа не ходить. Блять, меня что-то подлагивает по дикости. Бля. Короче, за завитками стоят. Эй, с какой хера я? Так, у нас С. Да? Да. У нас вроде бы не было С. Я думаю, ничего, жадный какой, сразу С типа забирает. Значит, сейчас, блядь, у нас уже С. Так, я наверх. Ух ты. Лопнули меня. Поднять сможет? Ну, ладно уже. Я надо их, надо их от... Пошли нахуй, блядь, от лифтов. Меня подняли и убили уже сразу. Блять, охуеть, Рекса. Просто один патрон и все. Я дохну. Илья, мне кажется, ты там... Ой, они в кишке. В кишке он, блядь, кишит прям. Хуяль сюда. Тот тебя послушал, ёбнул туда из РПГ, блядь. Ну и заебись. Прослушка, блядь. Команда хуярь дана. Хуярь. А, сзади нас убили, по-моему. Сзади, нет, нет? Сзади, сзади. Там да, еще да, сзади. Вот человек. 95. Человек пароход. Бля, человек. Носа мигает. Вот так, между прочим. Ой, пиздец. Так, Питер какой-то охуевший. Прорашили называют. Давай. Между прочим, на всякий случай так, бля, предупредил, бля, Амика. Бля, это заебал 870-й, сука, БПС ебаный. Давай, блядь. У нас кто? Они сзади, сзади опять, народ. Меня сейчас попытались взорвать с чего-то, блядь. Я пошел ас. Опять 850, блядь. Я хуею. Нахуй. Как бля, залезь, я гранату кинули. Это мой френд, панды. Меня, блядь, это, с гранаты вообще убили. Последнего. Грей Тартари опять в бан. За что? А я же рассказал, он с фамаса ваншотал просто дико. Поменял ник. Теперь вместо Тартария, Тартари. Вань по IP, блядь. Да, что-то да. Было, припоминаю. По IP захуя. О, сзади народ, сзади кто? Из окон. Поднять ебать! Саша. А он не смотрит сюда? Нет, нет, не смотрит. Пошел! А, блядь! Да. Ага. В жизни не казалось сладкой. На втором да этаже. А убили, убили. Или не убили? Еще. Блять, свой, ёпта. Так, а у нас там труп. Против. Патрончиков кинули, молодец. А наши удачно, как всегда. Так, наверху... Да, я бы вот бы. Вот глушак, глушак. Ай, я сдох. На нем встали, на моем трупе двое. На моем трупе двое. А где твой труп-то? Блять, они с установки бежал. Я все уже. Маяк наверху. Сзади, 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 сзади. Убил. На Ани. Да, на. Второй этаж. Вроде все. Пустые. Я не думаю, чтобы они додумались в кустах. Среднестатистического игрока в БФГ не хватит. О, наш еще и Б сохранили, нихуя себе. Да как сохранили? Одного убьют, Б их. У них одного убьют, Б наш. И вот так вот полтора часа. Еще и дымы от него пошли, что-то говорили.
Да ебан. Еще разочек. Позора. Бля, секунду. Здесь меня ссали здесь со всех сторон. Ай, выбегает, выбегает. Прямо рядом на месте атаки ставьте. По крайней мере, 2-3% дает преимущество. А? Что ставить? Аптечку на месте выхода атаки. А там только трое стоит за это, четверо уже. Тут твой хит не спер, парень. Так, ты его резай, я стрелять начну. Раз, два, три. Давай. Берись! Нихайся. Сейчас, сзади, пацаны. Сзади у нас. Вот он бегает, 870. У вас никто вообще жопу не держит. Может, пробуем не спуститься? Нет, их там много. Я видел, бегали. Ой, блядь. Джетду, блядь, ебаная свинья. 870-го, да? Ну. Тоже это хуй выбивало. Блять. О. Да, нихуёво они СМП-ТК, бля, получил ваншот. Так, ну чё делать-то? Блять! Они двое. Заказ. Да, третий. За лифтами, да? Да, уже один остался. Блять. О, нихуя себе, нихуя себе, нихуя себе. Я живой. Блять. Блять, чё, чё, убили, да? Ай, я не прошёл. Блять. Ну беги, беги, детка, беги. Да, всё, 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 всё. Блять. Дедо меня убил какой-то. Джудо, с 870-го. Да. Уилка. Картонная. Блять. Блять. Кто еще схватил, помимо меня? С одной пули. Да, 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 вот я говорю, меня тоже хуй убивал. Джон, дай. Кого? Да. Блять, просто у него реально ваншот какой-то, а твой 5К летит. Какая-то херня. Залагал. О, поднял. Слышь, откуда у меня лаги такие, ебаный в рот. Блять! Мамочки, и меня убили. Опять какой? Опять. Откуда? Он, бля! Так я такой упрыгиваю, ловлю какую-то шальную пулю. Так, а наши жуть. Пушки разве не возьмут, здесь комфортно высочувствовать не будет. Став, ты вон туда вот не уходи, там сейчас красный пострелил. Ну понял, понял уже. Аж. Я по попе не настукает. Блять. Вот хуй, видишь, резни? Кидается гранатами. Интересно. О, резните, я убил Чиполлино. Блять, убил. Минус снайпер. Так нахуй я снайпер беру, блять. Сейчас они там дощелкают. Ой, блядь, справа, справа, справа! Я опять снимаю. Ааа, бля. Ай, ты ебать. Да, пошли. Они могли пройти, легко. Они пошли, 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 пошли. Один тип выбежал слева и прошел их всех, а там человек 5 дебилов стоял, и я его убил. Возьми лекарство. Так, у вас. Здесь человек. Да, их здесь больше, чем меня. Блять, вот он. Так, кто? На 12 патронов осталось на пистолете. Вот, вот, вот. Один был. Так, вон. Я не знаю, как они пропускают, честно, у меня слов. По улице бежит. Они в соседнем доме. Один внизу.
Так, еще второй раз сильно. Второй этаж убили. Двое. Рез меня. Нет, где ты? Иди. Где? Второй этаж. А, я. Бля, мы далеко. Нет! Ой. Бля, откуда так по мне проехал? Блин, наш еще бой держак. Да, потыч, на Б побежал. Да я и Б пытаюсь удержать, я им красную прорвал. Тут много, тут очень много, и возвращайтесь. Все, я иду. Вот он, нашел я его. А, что это было? Ёбаный рот. Так, это, как его? Бля, так ты куда, бля, побежал? Да вот он, тип бежит. Да там в этом, в кафе сидит. Как вор? Вор? Кафе умер? Твой да, рот. Я убил его. А мне он это, наебенил. Там еще. Что-то у меня какая-то херня со стрельбой, я не знаю. 6 патронов с магнума, типа, стрелял ни разу даже. Это бывает такая хуйня. На это, нет никого. Это просто не пручка нихуя. Ну он просто прыгает, понимаешь, он туда влево-вправо, я не могу попасть на него. Бывает, блядь, вплотную ты убить нихуя не можешь. Бывает на такие расстояния, пульнешь 3 патрона, хуяк в голову убил. Хуя думаешь, пиздец, блядь. Дай, будь здорово. Как так, блядь? Ну понятно, на эскалаторах никого не будет. Взял снайпера, блядь. Теперь бегаю с штурмовичком. Ну что значит, блядь? Штурмовичком. Ну по-другому не называть, блядь, советуюсь. Как Толян говорит на этого. На спортом этот матрос, блядь. Да. Штурмовичок. Вот, ты за матроса не играешь. Матрос, блядь. Я сам когда первый раз услышал, охуел. Матрос, блядь. Так, кто мертвый, это Дима, бери маяк. Да. Дима, маяк. Сафлам брать? Все бери. Бери сафлам. Все бери. Дал. Где маяк ставь туда? Я пойду. Так, а я за вагоном. К вашему огорчению, ребят, я больше не снайпер. Еще на А я поменял свою нелегкую профессию. Всех положи. Ебать, бля. Маяк зато стоит. Блядь. Так. Маяк. Так я тоже маяк сейчас. На тебе встану. Так, сейчас не палитесь, просто пусть они уйдут. Ну хорошо, движение не делаем. Все в рамках поставим. Самообороны только. Да. Смотри. Сейчас маячки я. Так, вот сюда сейчас пилю. Так, ну все, я думаю, они ушли. Пойдемте, чтобы только цель не цеплять вот по правому. Ебать, сейчас будет кара небесная. Я по центру пойду, я глушитель забыл одеть. Давай. Ой, мамочки. Ну, парни, добрый день. Все, лох, я только одного убил. Как ты быстро не сообразил, что? Добрый день, блядь. Welcome, ёпта. Наши двери открыты, блядь. Welcome to hell. Для ваших друзей, сейчас... блядь. Нет, что-то херня, конечно. По 90 вас глушаком еще стрелять. Там пуля слишком слабая, херня получится. Да, да. Лучше вал бери и очередями стреляй по 3-4 патрона. Да, прыть. Так, чей-то маяк спалили. Так. О, да, иди зарежь его. Так, какой зарежь, он не встретил. Блять, застряли. Блять, ебать их в красный. Ёбаный в рот, сейчас бы носочки стать, да это. Ели. Бежим. Носочки поставить и зажать нахуй. Хуяри до такой степени, пока, блять, там вообще нахуй. Пока, блядь, двигай. МК-1, МК-3. Вот ублюдок, убил меня и его кикнуло, идиота, блядь. Блядь, Чаполина, пидор. Ну, слов нет, короче.
Короче, блять, надо брать этого. Так, а блять, короче, сейчас возьму. Пулемет. Да, блядь. А чем Рики Спаниш занимается? Бери, Димон, матроса, блядь. И... Да, я взял матроса. Сошки, а чё ты не бегаешь с нами? Блядь, слышишь, я за... Да я Рики Спэниш. Ты не ебал! Слышишь, я на чем-то маяке резнулся, блядь, я выйти не могу, я застрял в кабине пилота. Выпрыгивай. Да, я еле выпрыгнул. Завтра съедешь. Я тебя подвезти могу. Завтра приедешь. Завтра инглы, когда приедешь. Завтра там бабуль будет. И чё? Всё, захлебнулась наша атака. Они уже палят, и у маяка нету моего уже. Бля, тут чувак с осколками. Блять! Что на кое? Кстати, я тоже отсюда, блядь, выйти не могу. Как отсюда выйти-то? Через лобовое стекло. Страшно, да, блядь, думаешь? Всё, пиздец. Они ищут, маяки, вот бегут. Ребят, к вам три человека бегут. Минус один. Меня Джет Дуо начинает 10, напрягать. 14, 10, 14 меня убили. Я СМ5 как я всегда. Упрыгивай. Так, осторожней, осторожней. Блять, все, палят нас. Ну зачем в такие места ты маяки ставишь? Понятно, уже всё они обыскали. Да. Я тебе дал вон там. Я не знаю, ты забрала. Тай, ты забрала. Мась, посмотри у себя. Не, бля, Сошки, это, конечно, дико классная вещь, когда ты по толпе стреляешь. Блять, незаменимый атрибут. Блять. Ёбаный шок БФ-3. Илья, бери штурма. Сейчас найду труп в какой. Незаменимо, это понятно. Но когда взяли второй эскалатор, красную взяли, а тело какое-нибудь лежит на полу в шкафчиках и хуярит в сторону... А тело? И все равно же хуярит в сторону этих лифтов, блядь, когда там все уже взято. Вот это вообще, блядь, нечто. А снимают опять. Ой, ё. Придурки обратно бегут. Там вон три трупа в левом доме. А-а-а. Я пойду расставлю клеймеры по всей карте. Этаже. Второй этаж. Так, на третьем никого. Мне нравится, когда внизу на улице за русских. Заходит к вам в спину. Человек поднимается по лестнице. Получают пизды. Так, значит, маяк у них там где-то. Так, вон вижу еще одного братюна. А, маяк нашелся. В доме напротив. Не вижу. Они в левый дом, один на подъем побежал. Пардон, задержался с новой стороны. На правый подъем. Кто? В дом забегает. Нет, в арку. А теперь в дом. Рекон. Что? Значит, маяк. Сейчас я тебе отвечу. Говори. Да, ну, куда еще? Не в жопу же. Блять, как я проиграл М417? Легко, это М417. Держитесь. Голову попадет и все. Так, вон еще одного. Еще справа. Вон, внизу. Куда, блять, тут столько? Рикон бежит. На нем человек. Внизу где? Справа, слева. В дом зашли. Дом, в правый дом зашел.
Так, вон моя, так, вон бежу, бегают. Блять, двое, одного убил. А так есть снизу. Слова. Есть такие, что, блять, случайно убьют, да, вот, со спуку, уже, блядь. Пошли на второй этаж. И сам не поймет, не заметит. А есть, блядь, что убьют, что потом смотри, будет. Куда мамам лечу. Да я его уделал, нахуй. Ну, напротив моего мало. Так, режь. Я научился тут. Не было времени. Так, они в правом доме, на третьем этаже, там маяк. Найс чит, хуит, я вас видел. Наверху был, я его уничтожил. Админ тут чел на лестнице, все пачки с патронами и аптеками уничтожает. Постоянно. Ну и что? Мешает, ну и что? Есть такие долбоёбы, ёб. Когда ты прорываешься, тебе патроны особо не нужны, блядь. А ты можешь сам себе кинуть. Ну да. Давайте, ещё напишите, и что? Ближний хлопцы. Мне даже не хватает гранату кинуть просто-напросто и взорвать этот бордюр. Мы не ищем, да, легких путей, блядь. Ох, мамочки, их тут. Ой, их справа на ближнем. Их там просто. Поэтому ты решил полезть обратно туда. Парни просто из России, ёпта. Блять! Чем сложнее в игре, тем реалистичнее. Чем все, блядь, запутаннее нахуй. Они ушли оттуда, спускайтесь на ближний. На моем трупе слева, в туннелях. Да ну! Что там, засада? Я убил одного. Опять же туз с этого. Если бы вчетвером шли бы и все медиками были, было бы проще. Сейчас, ближний не вариант, там... Не беги, подожди, Дим, не беги. Да, я чувак арестнул. Так, они... Так, минус... Так, слушай, там тоже... Хорошо, рез меня. А. Это кто тебя так уложил? Вот смотри, чувак встал. Блять, их там дохуя. А чё? Задрол. Вот да, детка! Суд же сдох, блядь! Тресните? Yes. А, бля. Ты заебал, блядь. Встань на зарядку, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй. Резну. Спасибо. Я не допустил того, чтобы ты... Подождите. Попасть по С4. Попасть по С4. Никого не убил. Четыре человека погибли при подрыве взрывного устройства на крайнем юге Таиланда. Бас, живишь, я Таиланда. Слева от тебя. Хуя я тебя. Там два вьетнамца погибли. Чего? Я погиб. Четыре человека в Таиланде окочурились от взрывного устройства. Теракт, ёпта, наверное. Хотя если бы теракт там массово брали бы. Может кто-нибудь химичил там, блядь? Возьми и взорвись, блядь. Вот сука. А, крой. Порезали, пока он не сдох. Я его 5 раз подряд убивал, пока его резал. Заебись, я самое большое 9 раз, по-моему, над чуваком издевался, блядь. А, ближний рез, ближний рез, ну, в смысле, дальний. Мы на ближнем все. Так, а, все подняли, нормально. Да не с этих проходит. Зато иногда, Сань,
какое-нибудь говно попадется, потом из него как прет это все, блядь. В чат все выливается, блядь. Рожка-то хули нет, нихуя. Или уже до такой степени его избусолил, что он весь, блядь, от слюны уже разбух, блядь. Вгрызло, блядь. Вот, Грейт Артари, у него, я же тебе говорю, вот у него он ваншотает с Фомаза, посмотрите на его счет. Он меня лично ваншотал 3 или 4 раза. Только 2 к 11? Выходил, не нахуй. Только 1 к 1. А, все, так, что, расширнем пойдем? Я иду. Да, у меня патроны по центру беги, по центру и только прямо. Все, поздно. О, наши внизу, кстати, наши внизу, спускаемся. Ай! По-моему, тебе об этом сказали еще 2 минуты назад. Еще кто-нибудь треснул вообще? В Южной Корее одновременно поженились около 3500 пар. Если скоро, они... блядь, будут рассказывать, сколько у них детей родилось. Да. Они скоро будут рассказывать, сколько человек, блядь, жахнулись в одно и то же время. Да-да-да. Ну, когда народу много, нужно... Блядь, где я сдох, блядь, да хуя, просто да хуя. Как 6, наверное, идет. Нам, навестить нас. Ебать, блядь. О-о-о-о-о. Как так-то? Кто меня убил? С другой стороны, блядь, со всех сторон. У меня магнум и 5 патронов. Блядь. Блядь. Парни, ну все, пизд... все, всех положили. Я последний. Хе-хе. Соответственно, если их много там, то их спереди должно быть не так много. Ну да, но меня все равно убили спереди. СКС? Ну блять! Так, убегай, я на себя отвлеку. Нет, я конечно все понимаю, но нагло пробежать по центру, это просто так. Илья, маяк. Бля! Какой мел. На мне кемперил. Ну вы пробежали уже. Все, заебись, пускай думаю, что все предрешено. Знает, что тут. Так, и у вас это. Меня убили. Меня тоже. Как он вечно. Так, живите. Раны, джет дуо. Его подняли. Пусть живи. Блять! Пусть к тебе бегут. Убегай, убегай к чертовой матери. Блять, магнум! Хуило, блять. Вы успели резнуться? Я успел. А, так резнуть меня, а? А кто? А? Чем? А вы чё, а вы эти? На маяке есть еще вставайте. Куда побежать-то? Всё, всё, это, типа мы сдохли все, всё. Действительно. Я себе. Глянь, как меня пробежали, даже не заметили. Да блин. Один маяк они нашли. Меня убили. А мне похуй на маяк. А мне нет. Блять, я просто не вид. Ясно. Как ты заметил? Бер. Меня с маяком захуярили. Чё, надо брать М16, блять, с этим с глушителем и побольше дыма, как в старые добрые времена. Да, так мы два раза уже проходили, они палят, потом четвером против, когда их набегает там человек 10, там уже ничего не сделаешь. Они просто массовкой, блядь, задают. А не, мы их здесь технично отожмем. Ну, красный у них.
Кстати, вы знали то, что в бананах 95 калорий? Если ну? хотите потолстеть, то жрите бананы. Ни хрена. Нарубил я. А, и ты точно, да, так это хуякнул? Там штуки 4 надо. Ну, я это, дым поставил, подкрался и начал с глушителем их чпокать. Блинчик, кстати, сейчас съем. Спасибо, кисненько. Лестницы, пожалуйста, на эскалаторе. Я снайпером. Я подмену уже. Кончено. Лёх, ты хер. Блять, мой фраг. А вы опять, да, по центру их ебнули? Сзади-сзади-сзади-то... А, опять про центру просто пробежал. Я маяк пробежал. Так, я предлагаю взять... Ладно, давайте попробуем разочек это. Приберите цель, что скромничать. Не зевайте! Вижу вражеского Ладно, я его пока не трогаю. Блять, да что же меня этот Чиполлино сраный подстрелил? Ебучий Чиполлино, я знал, что он пидорас. Еще по мультику было понятно, что ребят, еще берите вдруг кто-нибудь С4, я задымлю, вы сзади зайдете. На моем. На моем вставайте, маяки я поставил. А, и откуда? Блять, они что, поумнели, что ли, все разом? Вы на карту начали смотреть? Правда, гранат? Нэнхак. ГП-30. Давайте их захуярим уже, все, готовы они. Уже сладенькие наши. Готовы встретить свою, блядь, судьбу жестокую. Так, блядь, не попал! Не могу найти это. Баранов даже мозгов не хватает, чтобы маяк поставить. Давайте С забирать, хуй с ним уже. Бля, ну что ты за херня? Вот я хуеваю просто. Он резается, он бессмертный. Но вот это ну просто дико. Согласен, хуйня полная. Маяк-то целый еще какой-нибудь там? Маяк-то у меня целый, да. Вставайте быстрее. Только, ну еще кто-нибудь поставил бы маяк, вообще похуй. Я поставлю сейчас, я поставлю. В вашем районе обнаружен вражеский пулеметчик, прием! Так, сука, вот бьет. Маяк один уничтожили. Я на респе встал. Да ёб твою! Бакс, это жадность. Это просто жадность. С ножа хотел, он и тебя, и меня захуярил. Блядь, ну это ж надо так, а? Блядь, не Климон кусай. Это долбаные баги, понимаешь, игры, блядь. Которые реально вымораживают. Наши красные просирают. Нормально. А ну заеб... Нам-то лучше? Чего нам-то лучше? Больше народа, да? Блядь, сзади меня вообще убили. Ребят, я тут С пытаюсь забрать в одного. Я полностью все вагоны очистил. И маяк поставил, кстати. Так что... А, гранаты кидают, нормально. Я тебя все-таки, суку, зарезал. О, это Джеду, второй раз. И меня ваншотнули, просто ваншотнули.
пожари, блядь. Блядь. Бля. Только заебал. Ну-ну-ну. Блядь, почему мы друг друга не резаем, я понять не могу. И меня с ножа пиздевали, с ножа. Блядь. Там вообще классно сдох. А если просто пушка в воздухе осталась висеть, а он умер. Маячка не осталось. Туда нужно под дымком пробежать и одну с 4 бросить. О, бля! О-о-о-о, это вот. О, так наши за вагонами. Заебись, наконец-то. О! Живи! Спихаус дилер. О! Фиси. Подождите, не резайте. А что с ним не так? ГП-30. А он это, ГП-30. Дайте мне его, ник. Спихаус и еще один был. PSP House? Я уже его это, забанил. Еще один, я забыл какой ник. Парни, парни, за вагоны проходите, за вагоны. Там никого. Блять, я уже 3 минуты назад сказал, что там никого нет, вообще никого. Я да, что-то у вас там 4 трупа, как-то мне не очень нравится это. Их там не было, когда я туда пришел. Там не было никого, блять, что ж такое. Я на верхушке у них. Да, в принципе, идем. Давление просто пиздец. Я даже стрелять не могу. Уа! Понятия нет, кто-нибудь смотрит сюда с красной или нет? У них, да, там два человека, по-моему, стоит. Да, у них там красный, блядь. Да нет, я хотел C4 пробежать и сжать. А там два человека, по-моему. Нафиг тебя сдохнуть из-за них двоих. Там не два человека. Блядь! Сидорович, пидор! Ох! Блять, хоть крест нужен. Блять, что вы на мне а подстаете? Продавить просто напросто и все. По-моему, будет легче, блядь, просто по центру пройти и. И они там по мне светят, блять. Они сзади нас теперь. Один в поезде за мной бежит. Пиздец. А кто у нас от поддержки, блядь, бегает? Гадайся. Ой, блядь. Кому ты так резнулся? Я не рад. Блядь, самое спокойное место это сверху и то, а тут, блядь, уже один человек появился. Ой, ебаный. Пиздец, блядь. Да, наверху уже четверо, они там берегут мой труп. Я за вагонами. За вагонами там любимый мой просто. Ну. Блять. Да, ну. Да-да-да, там есть... А, блядь, я его убил. Так, где я? Где я сразу? Я себя просто нажал на Q, там... Дали 3 человека. Блядь, коррупция. Вон, вообще. Рез. А, все дохло. Еще чуть-чуть, господа. Меня подняли. Да ебись, мы уже. На мне вставайте.
Ну кто вас учил ползать? Тараканы сраные. Блять, по мне так вообще с РПГ выстрелили. Это уже шаг. Блять, надо бежать отсюда. Пизду. Пай тут уже мне. Ох, нихуя, резните, а? А, ты схватил, да, от тех? Да, я выхватил, блядь. Ты бись, кстати. Да, ебать, нас тут толпище бежит. Слева есть. Ну сейчас стену взорвет. Ох, кто стену взорвал, кстати? Да, дядка. Неплохо. Отжали мы их. Профессионально они играли. Не сдавались.